Без воды и жизнь не та. По отчетам Министерства энергетики, ЖКХ и городской среды, 94% жителей Ульяновской области обеспечены питьевой водой. Но по факту постоянные перебои во многих деревнях и поселках. На профильном совещании в Рио губернатор Алексей Русских назвал ситуацию недопустимой и поручил в ближайшее время с ней разобраться. Основная цель сейчас – обеспечить водой все населенные пункты области. Как доложил на совещании исполняющий обязанности министра Александр Черепанов, объем финансирования программ по повышению качества водоснабжения увеличивается. В этом году на повышение качества подачи жизненно необходимого продукта выделили рекордную сумму в 397 миллионов рублей. У нас на территории региона всего проинвентаризовано, вот у нас последняя информация, апрель месяц, в 640 населенных пунктах 1005 централизованное водоснабжение существует. Во всех остальных населенных пунктах у нас индивидуальное. В настоящее время 7% от всего населения региона страдает от перебоев подачи питьевой воды. Ситуацию осложняют некачественные сети, предельный износ водопроводных конструкций и недостаточная мощность источников водоснабжения. На сегодняшний день в замене нуждаются более 70% водопроводных сетей, большинство водонапорных станций и насосов. Также требуется обновление технической базы. В кратчайшие сроки ситуация с водоснабжением должна нормализоваться. И мы будем за этим внимательно следить. Следить, как людям оказывается помощь, насколько оперативное профильное ведомство и местные власти реагируют на их обращения, за качеством мониторинга ситуации со стороны властей и, самое главное, за качеством решения этой проблемы. В регионе уже ведутся работы по бурению новых скважин. Одна из них располагается вблизи Ишеевки. Скважина будет готова к середине июня. После получения анализов воды ее подключат к системе водоснабжения поселка. Также займутся реконструкцией других скважин. Еще в течение 3 недель мы восстановим следующую скважину и подадим водоснабжение с другой скважины. В пятницу на прошлой неделе мы договорились с собственниками земельных участков в границах уже Ульяновской земли о передаче Ульяновскому району земельных участков, которые расположены над линзой питьевой воды. И там еще в этом году пробурим 2 скважины дополнительно. Выполненные работы позволят увеличить объем воды, подаваемой в водопроводную сеть Ишеевки. На устройство скважин для рабочего поселка выделено 5,5 миллионов рублей. А в целом же в планах на этот год ремонт 22 водозаборов и замена 43 водонапорных башен. Алина Тихонова, Данил Сурков, Улправда ТВ.